Завтра в Якутске откроется детский технопарк «Кванториум». Здесь дети смогут получить практические навыки в сфере высоких технологий, физики, математики и проектирования. Отметим, что идея создания детских технопарков «Кванториум» была предложена и одобрена в 2015 году. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. У нас до этого в Малой академии наук было вот направление «Гео», и оно было таким вот… как бы сказать, монотонным, только геоинформационной системы. Вот нам в Москве показали, что география, ну, это не только вот карта и так далее, а вот мобильные геоприложения, мы собираемся заниматься 3D-моделированием, также привязкой вот этих 3D-моделей и, ну, такие вот разнообразные направления. Ну, и сами вот геоинформационные системы и карты в том числе.